Управление по внешним связям и информации, Ведомство зарубежных связей и информации, Служба внешней разведки Чешской Республики, созданная после распада Чехословакии. На нее возложена обязанность предоставления точной и своевременной информации правительству Чешской Республики, а также защита страны от терроризма, распространения оружия массового уничтожения, экономических преступлений и так далее. История. До распада Чехословакии находилась в структуре Федерального министерства внутренних дел, с 1993 стала независимой спецслужбой Чешской Республики. Деятельность управления регламентируется законом о разведывательных организациях в Чешской Республике номер 153/1994, в соответствии с которым в случае необходимости может проводить операции на территории Чехии, но не имеет права осуществлять аресты и проводить расследования уголовных дел. Перехват коммуникации может осуществлять по решению Верховного суда Чехии, взаимодействует и координирует свою деятельность с разведывательными службами других стран. Организационная структура. Управление возглавляет генеральный директор, который, согласие правительства, назначается на должность и освобождается от должности министром внутренних дел Чехии. Организационная структура управления включает в себя аппарат генерального директора, несет ответственность за вопросы безопасности и обороны, включает секретариат по связям с общественностью, орган внутренней инспекции и контроля, пресс-секретарь управления и руководители направлений, отвечающие за безопасность и оборону, а также руководитель инспекции, подчиняются непосредственно генеральному директору. Аппарат заместителя директора по оперативным вопросам отвечает за работу оперативных отделов, которые включают отделы анализа, отдел радиоэлектронной разведки и внешнеполитического ведомства. Этот директор также отвечает за связи и обмен оперативной информацией с иностранными партнерами. Аппарат заместителя директора по логистике отвечает за финансы, логистику, связь и информационные технологии, архив, юридический отдел, отдел кадров и профессиональной подготовки, руководство управления с 1993 Олдержих Черны, Петр Земан, Иржеланг, Карел Рандак, Франтишек Бублан, Ива Шварц.